Здравствуйте всем, дорогие друзья. Я очень люблю есть, особенно если это что-то сладкое. Вот уже наступила весна, захотелось чего-то легкого. Сказал я, но после того, как съел огромную кастрюлю макарон с майонезом. И вот сегодня я сходил в магазин, купил вот такой йогурт. Вот такой йогурт. Я взял йогурт с разными вкусами. Вот этот йогурт называется Яготинский. Яготинский, по сути, один из самых популярных в Украине. Я взял с клубничной начинкой и взял с персиковой начинкой. С клубничной я взял две упаковки, а с персиковой одной. К сожалению, ассортимент там вкусов не особо большой. И вот эти йогурты сейчас продаются по акции. Вот такая небольшая упаковка, 400 грамм, стоит 17 гривен. Обычная цена, 24. И если вы хотите, чтобы я снял подробный обзор, давайте наберем 100 лайков этому шорцу.